Это программа «День с толком». Итоги недели снова подведем вместе в студии Елена Макаренко. Здравствуйте. Одно из центральных событий в крае на этой неделе – горячая линия с губернатором. В течение нескольких недель жители нашего региона по разным каналам направляли Виктору Томенко наболевшие вопросы. Всего поступило их больше 1000, половина обращений от барнаульцев, около 100 от бичан. На третьем месте по активности оказались жители Шелоболихинского района. Чаще всего люди спрашивали губернатора о работе общественного транспорта, тарифах на проезд и коммуналку, здравоохранении и газификации. Также среди популярных тем – льготы мобилизованным, безработица и уровень зарплат в регионе. Вопрос от жительницы поселка Степное озеро Анастасии Мурашко. Я цитирую. Уважаемый Виктор Петрович, подскажите, какую гуманитарную помощь оказывают нашим алтайским парням в поселке Тоцкое Оренбургской области, где вы недавно побывали? Ну, в общем-то, разная наборка от бензопилы, сварочных аппаратов и электротехники до уже, значит, каких-то элементов обмундирования, специальных снаряжений, специальной техники. Это все мы будем делать. Ну, пока что, значит, есть ясность, что ребята наши мобилизованные военнослужащие и офицеры, и рядовой состав будут продолжать проходить подготовку как минимум до середины декабря, ну а дальше будет ситуация определяться, может быть, и дальше будут на месте готовиться, а может быть, уже начнутся понемножку отправки туда в место проведения специальной военной операции. Прямая линия с губернатором продлилась несколько часов. О ее ходе и ключевых моментах общения первого лица с населением региона расскажем в понедельник, 5 декабря. Интересует жителей края и судьба алтайских заводов, а также в целом промышленности. По официальным данным, в сфере наблюдается положительная динамика. Так, за прошлый год в регионе индекс промпроизводства отрасли составил 102%. В Министерстве промышленности считают, что это неплохие показатели для сегодняшнего состояния экономики. Отката назад нет. По данным ведомства, незначительный рост показывают сферы водоснабжения, полезных ископаемых, пищевой продукции, обрабатывающих производств. Энергетика выросла в натуральном выражении на 5%, на 17% производства автотранспортных средств. Здесь основной вклад внесли завод прецизионных изделий и Барнаул Трансмаш. Еще больший рост на 28% показало производство транспортных средств. Как сообщают в Минпроме, максимальный прирост произошел за счет Алтайвагона и вагоноремонтного завода. Но в лидерах списка производства одежды – плюс 65%. С одной стороны, это связано с необходимостью оснащения участников СВО, с другой – с повышением спроса из-за санкций на отечественную спецодежду. После продолжительного застоя мощности наращивает и единственное за Уралом предприятие по обработке алмазов – барнаульский завод «Кристалл». Во многом это связано с тем, что оно в 2020-м вошло во всероссийский ограночный комплекс. Об этом, а также о том, как получаются бриллианты и какие нужны особые навыки, чтобы работать с драгоценностями, далее в сюжете. Вот это вот дефект. Он идет внутри камня. Желтое пятно на экране – дефект в алмазе, трещинка или графит. С рентгена, скажем так, камня рождается бриллиант. Сейчас разметчики решают, сколько бриллиантов можно выковать из этого кусочка, срезав дефекты. В барнаульском заводе «Кристалл» впервые за много лет наращивают мощности и расширяют штат. Предприятие с 50-летней историей, которое выживало в нулевые, с 2016-го начало расти, а в 2020-м завод стал подразделением смоленского «Кристалла». Объединение дало нам очень серьезный толчок такой, что в плане развития технологий, что в плане поступления нового оборудования. Комплексы для контроля параметров, компьютерной разметки. За этот год здесь обработали 16 тысяч карат. По сравнению с советским периодом, это небольшой объем. Тогда только огранщиков было 1000, а сейчас здесь 134 сотрудника. Но в ближайшее время штат планирует увеличить вдвое. Рынок требует больше бриллиантов. Здесь современные аппараты режут алмазы 10 камней за раз. Раньше это делали вручную. А раньше один человек обслуживал два вот таких станка. То есть одновременно можно было пилить 20 камней. Но, естественно, камень пилится дольше. За счет того, что он, один человек обслуживал одновременно большее количество камней, ну там и браков больше, естественно, и отклонений. Сейчас лазер пилит быстрее, но зачастую даже выставлять, настраивать координаты дольше, чем он пилит лазерный синий луч. Он не греет камни, то есть камни не трескаются.
15 минут на один камень и к огранчикам. Алена в прошлом бухгалтер, пришла сюда по объявлению. Завод сам готовит себе кадры, в Барнауле таких специалистов не учат. Сейчас у меня стоит градус 43. Также есть микроподача, регулируется микроподача. То есть это либо повернуть камень вправо, либо влево. В силу опыта маленький камешек она обтачивает целый день. За столько времени обрабатывает 57 граней. Здесь выпускают три вида бриллиантов – круглый, принцесса и изумруд. Самое дорогое – это чистейший, без всяких… Не обязательно. Да? Бывает, что дороже получается дефект. А за счет чего это происходит? За счет массы. То есть камень бывает сам дефектный. То есть если выбирать только чистую форму, то он будет совсем маленький. Уже год завод работает по международной системе оценки камней. Наши бриллианты котируются по всему миру. Алмазы из Якутии в Барнауле превращаются в бриллианты, чтобы быть проданными за рубеж. Вот этот камень, он чистый, группа А. Это самый лучший цвет? Цвет Д, да, самый лучший. Точную сумму маленьких камней нам не назвали, но и определяют ее не здесь. По словам руководителей предприятия, потенциал у завода огромный, ведь в России всего три предприятия занимаются такой обработкой алмазов. Добавим, что по данным краевого Минпрома, за год рост в натуральном выражении в обрабатывающем секторе региона составил 2%. В ведомстве это оценивают как неплохой результат в сегодняшних экономических условиях. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов, «День с толком». При этом острый дефицит кадров наблюдается на промышленных предприятиях края. Особенно не хватает молодых специалистов рабочих специальностей, квалифицированных токарей, сварщиков и электромонтеров, заявляет руководство заводов. На днях проблему обсудили представители промышленного сектора и руководители среднеспециальных учебных заведений. Боль промышленного сектора, рабочие руки, которых катастрофически не хватает. Так говорят сами руководители предприятий. Хорошие токари или сварщики, особенно молодые, на вес золота. Накануне в Центре опережающей профподготовки Алтайского края проблему обсуждали управленцы и представители СУЗов. За честным разговором стороны выявляли причины кадрового голода и возможность его утолить. И здесь не только нужно думать, кто нужен, но и компаниям нужно думать, что им сделать для того, чтобы условно завлечь к себе сотрудника. Потому что те бриллиантики, да, рабочие, но их очень мало. А владеть ими хочет достаточно много компаний. И проблема в том, что между образованием и работой большие разрывы, которые нужно устранять. Например, материально-техническая база учебных заведений не соответствует той, что предлагает работодатель. А иногда студент и вовсе не имеет практики на реальном производстве. Вот сейчас монтажник, он уже должен обладать некоторыми нарощенными, так скажем, компетенциями. Вот. И понятно, что для каждого предприятия это свои компетенции. И здесь нам рассказали про то, как это можно совместить, про договора целевого обучения, про ту гибкость практик, о которой мы, кстати, и не знали. Большое внимание нужно уделить и подготовке преподавателей, сошлись участники встречи. Он должен не только владеть теорией, но и опытом работы за станком. Стажерская практика в данном отношении имеет, наверное, ключевое значение, поскольку, пройдя непосредственно на предприятии те функции, те трудовые процессы, которые непосредственно потом преподаватель будет объяснять студентам, он уже будет грамотно все это владеть, раскладывать. Участники сессии составили даже план по подготовке молодых квалифицированных кадров. Так, представители бизнеса и образования намерены привлечь специалистов предприятий для преподавания спецдисциплин, а также проводить для студентов профессиональные пробы и конкурсы. Эта модель для разговора, она принципиально важна, потому что по такой схеме можно обсуждать подготовку кадров по другим специальностям, которые востребованы на рынке труда. Тем временем в Алтайском институте развития образования имени Топорова намерены провести курсы повышения квалификации, чтобы ознакомить мастеров и преподавателей с новыми технологиями труда. Как реализуется выработанный план, проверят Миноборнауки и Минэкономразвития края 15 декабря. Анара Шагирова, «День с толком». В Барнауле заговорили о новом обстоятельстве для роста цен на квартиры. Эксперты прогнозируют, что из-за высоких цен и ипотечных ставок их клиенты даже уйдут на съемные квартиры. Эту тему на днях обсуждали на дискуссионном клубе, который проводит Сибирская медиагруппа. О дефиците земель и о перспективах застройки в краевой столице расскажет Ирина Корчагина.
А что с дорогами? А что с сетями? За чьи деньги это будет делаться? Это вопросы нерешенные. Непростая и даже болезненная тема для Барнаула – застройка, нехватка земель, отсутствие коммуникации и дорог. Эти проблемы сегодня обсуждают в дискуссионном клубе «Точка зрения», который проводит Сибирская медиагруппа. В самом начале встречи власти рассказали о планах застройки сельскохозяйственных земель. Речь идет о Змеиногорском тракте. Там нашли 50 гектаров земли под жилищное строительство. Также под застройку решено отдать территорию в районе аэропорта. Она ведь сегодня, по сути, в генеральном плане, не является зоной многоэтажной застройки, поэтому в любом случае эти изменения необходимо внести, и мы этим сейчас активно занимаемся. Более того, по инициативе сообщества, как строительного сообщества, так и многие архитекторы это давно вопрос рассматривали и предлагали, это введение в градостроительный оборот территории за новым мостом. Эта территория также на сегодняшний день рассматривается. Зато застройщики не спешат осваивать сотни свободных гектаров вдоль Павловского тракта. Так, например, компания «Алгоритм» 4 года назад выкупила 86 гектаров на пересечении Павловского тракта и улицы Просторной. И только в этом году строители приступили к возведению первых домов. Все это время ушло на утверждение проекта и вывод территории приаэродромной подзоны, которая запрещает строительство зданий. А ведь за 4 года в экономике произошли мощные изменения. Так что, чтобы освоить эти поля, понадобится не одно десятилетие, считают эксперты. Пока такая авантюра не особо привлекает застройщиков. Очень много еще предстоит сделать в плане оснащения объектами инженерной инфраструктуры, транспортной и социальной. Но полагаю, что, учитывая, какое обилие программ федеральных на сегодняшний день действует, думаю, найдутся застройщики, которые увидят в этом какую-то рациональность и рентабельность для себя. Еще одна из тем, которая прозвучала на встрече – рост цен на жилье. Эксперты отмечают, что сегодня в Барнауле стоимость первички преодолела исторический максимум и уже практически сравнялась с Новосибирском. Себестоимость продукта вырастает. Затраты на формирование земельного участка у нас вырастают. А в итоге нам говорят, ребята, а стоимость жилья-то должна падать. Мы сегодня 90% сделок имеем через ипотечные кредиты. Долго обсуждаются вот эти ставки там 0,01%, когда по большому счету застройщик оплачивает эти деньги, проценты за клиента, который получает ипотеку 0,01%. У нас нет сегодня рентабельности заплатить, например, за клиента 500 тысяч за квартиру, да, то есть чтобы он взял ипотеку под 0,01%. Ставки 6,7, ипотека там детская, семейная, да, так называемая, они работают. И таких 90% сделок. Конечно же, все ложится в итоге, в конечном итоге, на кошелек-то покупателя, да. Все те сложности, которые возникают при формировании земельных участков, инфраструктуры, обеспечения, металла, искроу счетов, проектного финансирования и так далее. Замкнутый круг получается. Цена за квадратный метр растет, а с другой стороны, покупательский спрос падает, потому что не могут обеспечить возможность оплаты ипотечных кредитов в том объеме, в котором есть сегодня. Директор строительной компании Ксения Белоусова призывает объединяться всему строительному сообществу, чтобы добиться продления программы субсидирования, а также других льготных продуктов для застройщиков. Мы все забываем, что помимо льготной ипотеки цена еще складывалась за счет того, что была государственная поддержка в плане помощи субсидирования ставки застройщикам. Коллеги, сегодня нет этой субсидии. И какая будет по факту сегодня рыночная цена кредита и какая у нас будет стоимость квадратного метра, мы можем только сами механически рассчитать. На встрече обсудили аварийные дома, а точнее то, что после них остается. Так, на потоке на месте ветхого жилья планируется масштабная застройка. Только здесь власти и застройщики сталкиваются с проблемой, которую называют «лоскутное одеяло» из-за скученности домов. Между двумя домами стоит какой-нибудь дом, который явно не является ни аварийным и подлежащим сносу, ни, либо может быть какое-то административное здание. И получаются небольшие наборы по 30 соток, по 20 соток, где-то даже по 10 соток. Найти не, скажем так, не разорванные участочки, которые можно объединить в такой большой участок, только для школы 3 гектара. Поэтому, конечно, есть определенные сложности. И хоть пока в городе нет однозначного ответа на вопрос, а что делать с небольшими участками, в мэрии все равно рассматривают вариант именно комплексного строительства на потоке, которое включает в себя и социальные объекты. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком.
Экипировку и техоборудование отправили на этой неделе военнослужащим из Алтайского края, которые проходят подготовку в Оренбургской области. В ближайшее время туда подвезут также ноутбуки, планшеты, радиостанции и квадрокоптеры. Как стало известно, по заявкам офицерского состава уже приобретены сварочные аппараты, бензопилы, электротехника и перчатки. Руководство края и в дальнейшем будет поставлять военнослужащим экипировку и техсредства. Все пожелания от мобилизованных и их руководство выслушал алтайский губернатор Виктор Томенко, который выезжал на Тотский полигон. А между тем, в Алейске, где также готовят мобилизованных, по указу губернатора запретили продавать алкоголь. Горячительные напитки нельзя будет купить в радиусе километра от воинской части. На точке общественного питания запрет не распространяется. Зато помощь покинувшим родной регион и прибывшим в Алтайский край распространяется теперь на жителей Херсона и Херсонской области. Они могут получить единовременную выплату в 100 тысяч рублей. Для ее получения необходимо с документами обратиться в МФЦ. Отметим, что на помощь могут рассчитывать лишь те, кто покинул Херсон с 13 ноября. Приемную депутата Госдумы Александра Прокопьева обратилась замдиректора по воспитательной работе Алтайского архитектурно-строительного колледжа Наталья Денисова с идеей создать на базе учреждения единый центр допризывной подготовки для студентов СУЗов. Такого нет ни в одном городе России. Для чего нужен такой центр? Что он даст молодым людям? И почему наш колледж претендует стать центром допризывной подготовки? Расскажем в сюжете. Уже несколько лет Даниил занимается в военно-патриотическом клубе. Сейчас на нем защитный костюм. Юнармеец надевает его быстро. Нынче неспокойное время, и каждый человек, я считаю, должен уметь абсолютно все это делать, так как может произойти все, что угодно. И лучше быть подготовленным к этому, нежели ничего не уметь. В архитектурно-строительном колледже два ВПК. Юноармейскому пара лет, а русским витязям полвека. Их бойцы учатся рукопашному бою и оказанию первой помощи, изучают историю России и оружия. В этом году не раз помогали грузить гуманитарную помощь для участников спецопераций и мобилизованных. Все гуманитарная помощь, которая прошла на республике Донбасс и Луганскую через Алтайский край, она прошла через руки наших студентов. Пока одни изучают оружие, другие, в основном девушки, после занятий плетут маскировочные сети для военных. Депутат Госдумы Александр Прокопьев пришел познакомиться с волонтерами. Дроны разведывают обстановку, находят танки, и через 10 минут происходит бомбардировка, соответственно. Грубо говоря, такую работу мы спасаем жизни людей. Наш контингент, наши студенты, это 2/3, это юноши. Важно, чтобы, уходя в армию, они были психологически, физически готовы, нравственно готовы. И, конечно же, это вопрос не праздный, мы это понимаем, а тем более в сегодняшних наших условиях это становится не просто какая-то дань моды, а наоборот потребность. Идея создать единый центр допризывной подготовки появилась после того, как студенты других колледжей стали приходить на занятия вместе с друзьями. Архитектурно-строительный колледж предлагает создать на своей площадке единый центр допризывной подготовки всех учащихся в среднеспециальных учебных заведениях. И это действительно интересная и своевременная идея. Здесь есть хорошая база, здесь огромный опыт, и здесь самое главное, есть люди, которые могут это осуществить. Для создания единого центра допризывной подготовки в колледже есть все, что необходимо, кроме официального статуса и финансирования. Вместе с депутатом преподаватели колледжа обсудили аргументы в пользу этого проекта, ведь целесообразность есть. Анастасия Драган, Алексей Фризин, «День с толком». Патриотическому воспитанию подрастающего поколения в последнее время уделяется особое внимание. Но каким оно должно быть сегодня? Кто должен его формировать? И как воспринимает современная молодежь идеи патриотизма? Своей точкой зрения на данную тему поделился доцент кафедры Алтайского педагогического университета, кандидат социологических наук Виталий Кулеш. Могу некую маленькую статистику вам привести по нашим молодым людям, это студенчество и выпускники школ. Когда мы спрашивали, вот вы себя патриотом считаете, 74% опрошенных отвечали, да, мы считаем себя патриотами.
Но опять же, встречный вопрос, когда задавали, вот был бы у вас какой-то шанс малейший уехать из России? Вот те же за 70% они сказали «да». Мы уехали бы из России. Но тут не, смотрите, какой момент. Понимание патриотизма для современной молодежи – это не обязательно жить в России. Вот какой момент. То есть для них патриотизм – это любовь к родине, знание своей истории, готовность включаться в разного рода процессы решения проблем. Вернитесь в советский период, да, это уже рассматривался как антипатриотизм. Вот такое противоречие, понимаете? И здесь очень тонко нужно понимать, сработать на интересах, прежде всего, вот, самих учащихся с начального периода социализации. Моя точка зрения, что надо начинать работу именно с семьи. А мы занимаемся исторической памятью, и вывод такой мощный, на мой взгляд, серьезный, что память о Великой Отечественной войне сегодня – это наш консолидирующий для всего населения фактор. Вот память о Великой Отечественной войне. И в наших исследованиях мы попытались выявить содержание. Вот есть ядро и периферия в памяти. Так вот, память о Великой Отечественной войне – это вот наше ядро, это практически все. И вот здесь мы наблюдаем повышенный интерес вот именно к своим предкам. Сейчас разрабатываем программу формирования генеалогической культуры школьников. То есть, чтобы научиться любить свою страну, нужно вначале вот научиться любить свою семью, свой род, знать, кто ты, кто твои предки. Чтить их память, уважать. Тут очень много направлений для изучения краеведческой работы в школе. Действительно, сейчас это такой вот волна повышенного, такой бум, я бы сказал, интереса к патриотике. Мои коллеги, учителя, вот мы здесь и в педагогическом вузе нацелены как раз на то, чтобы правильно определять эту установку и подачу для молодых педагогов, нести правду историческую. То есть это главная роль учителя истории сегодня. Видите, как сложно. Прежде всего, он должен быть сам учитель патриотом, чтобы эту правильную позицию занести. Толковать учебник есть учебник. Когда в наших опросах мы задавали вопрос, вот, с каким источником информации тебе интересно работать на уроке? Есть учебники классные. А дети отвечают, 75%, учитель. То есть, что сказал учитель, то и правда. Вот, что он сказал, запишем, мы записали. Это знать, ну, конечно, будут разные точки зрения. От учителя много, очень много зависит. Понимаете, есть момент знаний и оценки. Вот. И такое противоречие мы выявляем, и коллеги в других регионах. Вот, да, интересуются историей, но противоречие в чем? Они не знают, но оценивают. Когда они говорят, что значит быть патриотом, это любить свою страну. Ну, что значит любить, целовать, обнимать? Они говорят, нет, это прежде, вот мы говорим, я знаю историю вот, своей страны, да, и готов включиться в любую работу по ее, но они напрямую не говорят, что надо идти защищать вот, с оружием в руках, но принимать участие в определенных делах, вот волонтерская деятельность, да, вот сейчас сбор помощи нашим ребятам, которые, по сути, защищают наше государство, это надо открыто, я считаю, говорить и правильно говорить, нужно побольше с ними общаться, потому что прям вот в диалоговой форме очень, на мой взгляд, сейчас по-разному оцениваются разговоры о важном в школах. Это цикл внеурочных воспитательных мероприятий в школе, классные часы. Они, да, но они несут в себе формирование как раз вот тех ценностей, начиная с начальной школы. Там очень хорошие, я считаю, ценностные ориентиры на семью, вот день отца, день мамы, кто бабушка, вот интерес даже к своей, а через интерес к своей семье мы формируем интерес к истории всей страны. Они же не смотрят телевизор. У нас у студентов, спроси сегодня, вы телевизор смотрите? То, что государство готовит для молодежи, у них нет телевизоров, они не смотрят. Они смотрят какие-то контенты.
Кто-то другой, может, пишет историю по-разному, интерпретируют, оценивают. А государство мы готовим, поэтому вот этот государственный результат работы – это в школах, это тот же учебник. Вот где основная направляющая работа. Потом он не контролируется, по сути, этот процесс за пределами вуза, когда уже выходит выпускник. Ориентиры содержательные должно только государство затрагивать. Государство всегда определяет, что мы должны помнить, и что чего не помнить, чего забыть. Есть память реконструированная, есть память живая. Понимаете? Это в любом государстве. Где бы вы ни находились, государство – это рамки. Эта неделя испытала на прочность жителей края суровыми морозами. Обморожения разной степени тяжести получили несколько человек. И это при том, что календарная зима только наступила. Как не допустить переохлаждения и обморожения, и какой должна быть первая помощь, если это все же случилось, знает Валентина Аскерова. Выпил алкоголь, сидел на остановке, немножко начал отключаться. Отключился и получил обморожение обеих кистей. Сегодня мужчина, назовем его Сергей, пациент краевого центра термических поражений. На днях его экстренно доставили туда по скорой помощи. Такая ситуация получилась. Так что люди не советовали не пить никакого алкоголя, особенно в зимний период, сейчас такие серьезные холода. Пациенты с обморожением или с подозрением на патологию начали поступать в отделение 7 ноября, после старта первых морозов в Барнауле. Меньше чем за месяц за медицинской помощью обратилось больше 20 человек. На сегодняшний день к нам обратилось 23 человека. Из них 8 человек находятся в стационаре. И, как правило, 90% обращения в наше учреждение с холодовой травмой связано с употреблением алкогольных напитков. Как правило, первыми от обморожения страдают верхние и нижние конечности, кисти и стопы. Меры профилактики холодовых травм просты. Многослойная одежда, теплая непромокаемая обувь. А если в мороз намечается дальняя поездка на машине, стоит захватить запасной комплект одежды и спички, чтобы была возможность развести огонь и согреться. Если все-таки случилось так, что человек получил данную виду травмы, то есть холодовую, что необходимо сделать? Пострадавшего необходимо эвакуировать, то есть теплое помещение. Далее отдать теплое, но не горячее питье, то есть чтобы было медленное согревание. Сделать теплоизолирующую повязку, то есть на поврежденные участки тела. При обморожении ни в коем случае нельзя растирать поврежденный участок тела. Это может привести к некрозу тканей, поясняют врачи. Предельную осторожность при низких температурах нужно соблюдать людям с хроническими заболеваниями, пожилым и детям, у которых в силу возраста недостаточно развита система терморегуляции. Последним советуют защищать открытые участки тела. Как правило, чаще всего у них мерзнет лицо. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. Из-за морозов осложнилась обстановка с пожарами. Так, в Барнауле из-за возгорания в частном доме погибла целая семья. Трагедия произошла ранним утром на улице Анатолия 106А. Во время тушения пожарные обнаружили тела троих человек – женщины, мужчины и их ребенка 2008 года рождения. Что стало причиной пожара, пока неизвестно. На данный момент устанавливаются все обстоятельства трагедии. Следственными органами Следственного комитета России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Добавим, в Завьяловском районе на неделе во время пожара погибла женщина. Также трагедия произошла в Бурлинском районе. Там двое погибших от огня – мужчина и женщина. На неделе прошел Всемирный день борьбы со СПИДом. Какие современные меры профилактики используют в Алтайском крае для борьбы вот с этим опасным заболеванием? В следующем материале. Казалось бы, со времен нулевого российского пациента о СПИДе и ВИЧ в стране и крае знают все. Но нет, специалисты говорят, болезнь может преподносить сюрпризы. Один из последних – ее феминизация. Женщин стали выявлять чаще и больше. Если раньше в основном это внутривенный путь и преобладали среди лиц, потребляющих наркотики, мужчины, вот эта тема и определялась. Сейчас, конечно, роль лиц, потребляющих наркотики, она не сводится в ноль, то вот реализация в дальнейшем полового пути, она сейчас, ну, достаточно очевидна.
Если в цифрах, то половой путь в крае выявляют в 70% новых случаев заражения. И дамы под прицелом, поэтому должны следить за выбором партнера и профилактикой. Проверяться хотя бы раз в год. Впрочем, профилактика важна и в группах риска. Традиционно это мужчины гомосексуальной ориентации, люди, употребляющие наркотики и занимающиеся проституцией. В нашем крае этим группам уделяют особое внимание. Алтайский спеццентр нынче даже стал призером номинации «Лучший проект» по работе с группами риска на всероссийском конкурсе. Какие методы есть в этой работе? То есть методы есть аутрич работы, то есть это работники консультируют ключевую группу в местах их нахождения. То есть, ну, грубо говоря, ночные клубы, по-русски говоря, притоны. То есть аутрич работа проводится в этих местах. И, соответственно, равное консультирование. Это тоже наиболее важный аспект профилактики. Это равный консультант, то есть ВИЧ-положительный консультирует ВИЧ-положительного. То есть на своем личном примере, на своем личном опыте он ставит ключевые группы, так скажем, на путь исправления. Краевой спеццентр для такой работы привлекает партнеров, некоммерческие организации. А вот для профилактики среди школьников и студентов, а она тоже необходима, специалисты спеццентра используют игровые квизы. Отвечая на вопросы, молодежь узнает достаточно информации, чтобы предупредить болезнь или вовремя начать лечение. Ведь при раннем выявлении жить можно долго. Лекарственная терапия сейчас позволяет. Хотя и в этом случае не обходится без «но». Многие терапии пренебрегают, говорят в спеццентре. А ведь здесь стараются работать с каждым индивидуально. Главное просто довериться врачу. Если пациент работает, ну, например, там водителем трамвая, автобуса, когда, ну, нет возможности вот отлучаться надолго. Пациенты, которые принимают еще другие препараты под сопутствующие патологии, по вторичным заболеваниям, если они получают лечение сахарного диабета, туберкулеза или лечение гепатита, это тоже учитывается при назначении антиретровирусной терапии. Доверяя врачу, женщины с ВИЧ рожают здоровых детей и хорошо себя чувствуют. Да и в целом почти нормальную жизнь ведут те, кто регулярно принимают лекарства. Но ВИЧ и СПИД – это все равно страшно. И знать об этом необходимо, как и о своем ВИЧ-статусе определить, который сейчас можно не только в самом спеццентре. По краю колесит мобильный комплекс. За 10 месяцев благодаря ему свой ВИЧ-статус узнали 1500 человек. Мы же говорим о необходимости раннего выявления, когда еще симптомов нет, когда болезнь находится в стадии, ну так скажем, без явных очевидных признаков поражения иммунной системы, органов и систем, жизненно важных органов и систем человека. И если в этот момент начать терапию, то тогда вот качество жизни оно сохраняется. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. «День с толком». Театр Вахтангова готовит сюрприз для жителей Барнаула. Премьера пятичасового спектакля «Война и мир» на сцене драматического состоится уже сегодня и будет всего два антракта. Несмотря на объемность времени, билеты на столичную постановку жители раскупили всего за неделю. Об этом нам рассказали на пресс-конференции сотрудники драмтеатра. Все ли готово к встрече московских актеров и как зрителям настроиться к долгому, но захватывающему просмотру бессмертной классики, об этом в нашем сюжете. Доставить тяжелейшие декорации до барнаульской драмы было непросто, рассказал директор Вахтанговского театра на пресс-конференции перед премьерой. Звуковую аппаратуру и осветительную технику везли на двух грузовиках. А все для того, чтобы каждый зритель мог увидеть постановку бессмертной классики. Спектакль потрясает своим звучанием. Спектакль говорит о любви к России, о том, как сложно людям жить в эпоху исторических перемен, рассказывает судьбы героев и говорит прежде всего о любви. «Война и мир» на сцене драматического от лучших московских актеров – подарок 85-летию Алтайского края. К слову, постановка нашим зрителям обойдется дешевле, чем жителям столицы. От 2 до 5 тысяч вместо 15. Показ будет проходить в Барнауле только 4 дня. Зная, что график Вахтанговского театра расписан на годы вперед, в том числе гастрольный график, я прекрасно понимаю, как непросто было в течение года согласиться выделить еще практически неделю на Барнаул. И, конечно, мы и наши зрители очень за это благодарны. Посетил пресс-конференцию и народный артист России Евгений Князев. Он играет Николая Болконского. Актер подчеркнул, что в умелых руках режиссера монументальный роман эпопею удалось воплотить на сцене. С моей точки зрения, гений этого спектакля, Туминоса, он сродни гению Толстого, потому что вот
он адекватно говорит о тех вещах, он сумел пятичасовой спектакль вести и поговорить о тех важных, необходимых событиях, которые там есть. 5 часов и лишь 2 антракта, но о времени можно забыть. Действо завоевывает внимание зрителя. Роман великий наш, да, он огромен, он вмещает в себя массу всего. Отразить и показать это в 4,5 часа сценического действия совершенно невозможно. И театр такую задачу не ставил. Но человек, который не читал, уверяю вас, поймет сюжет, и этот сюжет его увлечет с первых сцен, как только откроется занавес. А для тех, кто еще не заглядывал на страницы классики, спектакль будет тоже полезен. После его просмотра узнать о духовных исканиях героев Толстого захочется чуть подробнее. Мария Мацева, Александр Антропов. День с толком. И в завершении выпуска предновогодняя новость. Во всех почтовых отделениях страны появились ящики для писем главному новогоднему волшебнику Деду Морозу. Специальный праздничный почтовый ящик теперь есть и в Барнауле, в центральном почтовом отделении. Его установили буквально накануне. Теперь все, кто хотел сообщить о своем новогоднем желании Деду Морозу, могут написать письмо и опустить его в этот ящик вплоть до 31 декабря. В этом году мы предлагаем отправить не только Деду Морозу, но и его коллегам, например, Урал Морозу, либо якутскому Чизхану. То есть у нас есть Деды Морозы национальные по всей России, мы предлагаем им. Наши в основном отправляют либо в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг, либо отправляют в резиденцию у нас в Белокурихе. То есть, например, в прошлом году свыше 1000 писем было отправлено в Великий Устюг из Алтайского края, доставлено на Почте России, и где-то примерно писем 400 было отправлено в Белокуриху. Чтобы послание попало к Деду Морозу, нужно правильно заполнить адресные строки на письме и наклеить на конверт марку. Сотрудники почты обещают помочь с этим. Сортировать письма они планируют ежедневно. Кстати, опустить свою весточку можно не только в новогодний, но в любой почтовый ящик. Письмо тоже дойдет, пообещали нам в Центральном барнаульском отделении. А между тем, в краевой столице продолжается подготовка к празднику. На улицу Малотобольскую завезли лед для обустройства новогоднего городка. Изо льда сделают также Деда Мороза и Снегурочку, после установят елку. К 23 декабря городок здесь планируют доделать. Празднично украсят и парк Центрального района. По соседству с Малотобольской, к слову, каток здесь уже залили. И на этом у меня все новости. Такой запомнится уходящая неделя. Я же желаю всем ощущать предвкушение праздника, быть окруженными приятными новостями и событиями. Напомню, что для вас работает телефон нашей редакции 205 545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи.